Жители Волжского обратились к местным властям с просьбой решить проблему освещения возле второй городской больницы, так как из-за отсутствия здесь уличных фонарей невозможно организовать работу общественного транспорта. На эти цели, по словам депутата Волжской думы, в ближайшее время средства из муниципального бюджета будут выделены. А вот найти деньги на целый ряд социальных программ пока затруднительно. Между тем, число подобных проектов в городе растет. Один из них был рассмотрен на заседании депутатской комиссии по социальной политике и здравоохранению, рассказывает Светлана Алекбарова. Сделать высокотехнологичные операции более доступными для малообеспеченных волжан. С этой целью депутаты Гурдумы разработали положение, которое позволит пациентам, страдающим катарактой, устанавливать импортный хрусталик. По сравнению с отечественным, он более качественный, а само вмешательство менее травматично. Сейчас такая процедура обходится в 26 тысяч рублей. Народные избранники предлагают для малоимущих граждан оплачивать ее из бюджета. Правда, удастся ли это реализовать – большой вопрос. Ведь сегодня под угрозой закрытия оказались сразу 6 городских программ социальной направленности, принятых депутатами еще в прошлом созыве. Речь идет о выделении пособий для матерей, родивших третьего ребенка, санаторно-курортном лечении работников бюджетной сферы, льгот первостроителям. Вот эти программы администрация предлагала исключить из бюджета, то есть приостановить их действие на следующий год. Комиссия с этим не согласилась, и, значит, было рекомендовано бюджетной комиссии оставить в действии эти программы. Кроме того, народным избранникам удалось решить вопрос со строительством детской поликлиники на площади труда. На следующий год в бюджет заложено более 20 миллионов рублей, что позволит начать работы по возведению объекта. А вот с закупкой оборудования в городские больницы дела обстоят не лучшим образом. Сегодня на заседании политсовета партии «Единая Россия», местного политсовета и на совместном заседании с фракцией нашей Волжской городской думы от партии «Единая Россия» будет ставиться вопрос о том, чтобы 7 миллионов были выделены ведущим нашим горбольницам и поликлиникам, потому что там крайне необходима закупка оборудования. На эти средства предполагается закупить эндоскопическое и рентген-оборудование для больниц, а также стоматологические кресла для школьных медкабинетов. Светлана Алекбарова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».